сорочку на холодную на улице. При выезде минус 26, на ночь обещают минус 32 завтра. Вот, но мы выехали с женами. Мы тут сейчас подгрузились, конечно, вот так вот, немножко. Но сейчас перегрузимся. Или так поедем? Вам удобно? Я уже привык. Тебя, кстати, не видно там совсем. А что на меня? Сейчас доедем, перегрузимся. Позавчера еще загрузили прицеп. Но получилось так, что в прицеп вещи не вошли, потому что людей добавилось. Вот. Короче, мы взяли просто газель грузовую. Загрузим полную газель вещами и поедем. Лёха обещает быть хорошим. Поедем на озеро Салтаим со стороны Березова. Вчера уже звонил Ивану. По времени договорились по встрече. Мы посмотрим, работает ли этот договор или нет. Ну что, мы, в общем, вещи часть загрузили. Ребенка загрузили. Сейчас заедем, купим мотылька с мормышем. Вчера позвонились на выезде из города, удобненько. Тут наш старый друг Беспалов Петр Дмитриевич сегодня работает. О, а тут уже Женька Басюк стоит. Вот он уже тут. Это все наше. Паркуйся, пойдем кофе выпьем. А, да? Давай. Дядя Петя нас сейчас чем-нибудь угостит. А рыболовный? Туда? Тоже, да. Оп, оп, убрали для нас. Ты не был здесь? Нет, нет. Наверху не был. Ой, Алекса! Это мой пес. Твой пес? Я вот где. Тут продажи это, покупки. Рыбачки собрались. Здравствуйте. И, кстати, здравствуйте. Поздновато подъехал. А вот сейчас такая делегация на квадроцикл да. Уехала. А я видел. Да, видел. Вообще обалденно. Здрасте вам. Взяли свеженького мормыша. Ну, как получилось, потому что, я говорю, бывает, что и месяц. Мотылька свеженького взяли. И попрем дальше. Добрались уже до деревни Салтаим. Мы с Березова будем заезжать. Людей, конечно, много. Погода никого не пугает. Мы вчера там в Телеграме голосовалку устроили. Как там по погоде. И поняли, что все поедут на рыбалку. Даже сильные морозы. Да. Сейчас минус 23. Время 12 дня. Потеплело. Короткой дороги нету. Даже намека на ее нету. Да. Даже намека. Даже намека на короткую нет. А так хорошо было через Ярославочку. Раз. Порядка 30 километров сократил. Ну, дорога до Березова шикарна. На любой легковушечке можно. Спокойненько. Сказка. Ну вот еще одна наша банда подтянулась. Ну-ка открывай, Саня. Да там вообще там просто. Не, ну хорошо, что у тебя не 3 метра будка, а то была бы под 4,20. Вот так вот свищи. Ну вот наша маленькая банда.
А это наши эти, оруженосцы называются. Лункобурители? Анна Лункобурители. Вещичек, баллонов. Больше не поедете с нами. Смейтесь, больше с нами не поедете. Мы вас больше не возьмем. Не вижу в ваших глазах настроения. Вас и там, и тут показывают. Для чего нужны зоны на рыбалке? Ну-ка давай. Давай. Работай давай. Сегодня 23 февраля. Работай. В общем, мы расположились. Рыбы пока не видно. Сейчас настроим градусник, посмотрим, сколько у нас за бортом. Ну, внутри, наверное, что? Градусов 20. Ну, 22, может. Ну, я не знаю, ну прям жарко. Жаришко. Ну да, может, немножко дверь приоткрыта. У меня окно открыто. Баню поставили уже. Не карасика, хочется выпить, а по нашей традиции до первой рыбы ни-ни. Как бы не привезти весь алкоголь домой. Очень переживаю. Подожди. Ну все, первая рыба, короче, все. Пьянки сюда. Быть. Официально можем начинать. Да. Все, можем выпить. Тем более пельмешки доходят. Пельмешки. Эй, клыкастый. Ну ты его топить будешь? Да, конечно. Ну, маленький его брать нельзя. Кто сказал? Охотовед. На, попробуй пельмешку. Рыбнадзор. Получим в спине. Ой. Пускаем. Кого? Давай быстрее. Да. Не, мы не пьем. Завтракаем. Завтрак. Это полноценный завтрак у нас. Завтрак. Утро пятницы. А сегодня какой день недели, кстати? А, сегодня пятница. О, сегодня же рабочий. Как себе утро в 4 часа? Ну, кто-то работает, а кто-то отдыхает. А что время? Это не праздник. Ну, в общем, у нас опять не есть палатка отличившихся. Они поедут на маршрутке домой с Мишаней. Наверное, в субботу. Ну, потому что идти далеко до маршрутки. А что они ловят? А что они 7 карасей поймали? У нас судак. У Феди вообще никто не верит, что судак. Ты же знаешь, кто на что учился. Мы приехали за рыбой. Мы ее ловим. Удочку не доставал. А чтобы ее достать, надо сначала снастить ее. Все, зай, выход. Ну все, мазута пошла. Сейчас я вообще ничего про количество и... Лов пошел. Не говори, рыба, они пока одегируют. Красавчик. Он больше, чем Сашка. Видите, он Сашку закрывает. Это раз. Не сильно хороший. Да так себе. Он просто бодрый. Ну, в общем, клев пошел. Потихонечку. На верхней все. На верхней? Mm-hmm. Что у Анютки, что у меня сейчас. Посмотри, покажи. Ну. Уже, да, ведерочка набирается потихонечку. Рыба, я карась. Сопротивляется. Сопротивление бесполезно. Как я его? Ну. На муравье. Почти полное. На улице уже минус 26. В общем, от рыбалки к рыбалке мы себя балуем разными блюдами. В этот раз у нас будет том-ям. Здесь креветки. Осьминожки. Осьминожки. А? И всякая гада. Не ловится? Том-ямчик сейчас завариваем. Если закипело, то можешь выливать. Нет, еще не закипело. Thank you.
же это... Насколько большой карась, что даже вас не видно. Всех перекрывает, да? Крупнейший карась, да. Покажи своего крупного. Зато он голосом не скажет. Он больше Феди. Три раза. Можем. Время у нас сегодня. Без 3:09. Знаешь, кусачки? Клев стабилен. Вчера закончился, наверное, в 12. Ну, потому что мы его закончили. Потому что удочки смотали. Да, удочки смотали. Вот так клев стабильный, карасик средний. Ведерко уже высыпали. Это вот за утро. Ведерочка. Утро начинается у нас с шампанского. Праздничное, да. Праздничное утро. Александр Сергеевич, открывайте. Я, да? Давайте. Стакан готовьте. Торжественное открытие. Ты аккуратно, только потолок не пробей натяжной. Утром у нас ночью закончился газ, погас теплообменник. И... Кто-то даже не проснулся. Да. Спали. Как тебе новый спальник от нашей компании? Отлично, я даже не замерз. Вы мерзли, слышу. Говорите, что мерзнете, а мне не холодно. Короче, шикарно. Только нос мерз. Все, оторвало? Нет. Она вмерзла туда? Да. Не оставляйте удочки на ночь, потому что вот за ночь стянуло, стянуло так, что мормышка просто вмерзла в лед. Все, ее, по-моему, уже оттуда не достать. Которые вот посередине ставишь, они еще нормально. Ну, так, коробочка с газом, да, говоришь? А, на, тяни. Солнце. Тяни, 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 тяни. Тяни, тяни, тяни. Коробочки. Вот так, да? Мамышечка. И сумочку достань. Я же оператор, но нельзя. Чик. Чик, готово. Чик, трюк, трюк, мормышечка. Верно. А чего ты с ней фотаешь? Это ты поймала? Это я. Бонуса лупанула. Судак, судак. У Сани судак второй. Ну-ка, ну, покажи. Пока все стабильно. Один судак в один день. Или как сказать, каждый день по судаку. Красавчик, красавчик. Топи его. Давай. Сейчас, подожди. Сфотаешь? Фотосессия. Топим? Топим в этом. Не хочет уходить, смотри. Смотри, смотри. Он как лягушка. Не, как он еще не понял. Его надо... А, во, все. Как лягушка. В общем, все круто. Угу. Рыба ловится. Вообще. Берите с собой жен. Рыбачьте в комфорте. Берите, не бойтесь с собой жен. Им некуда там уходить на берег. Недалеко. Нет, действительно, впереди 8 марта. Устройте своим женщинам праздник. Возьмите их с собой на комфортную, хорошую рыбалку. Обеспечьте им потрясающий отдых, накормите их вкусной пищей. Покажите, как ловить рыбу. Насадите им червячка, малинку, многоножку, как у нас мормыша. Называют, мормыша, да. Мотыля. Каждый по-разному в каждом регионе. И они полюбят. Сейчас тренд с женами ездить, поэтому и женам это все больше и больше нравится. Да. Не, ну кто-то с любовницами ездит, тоже. Ну, тоже все неплохо. Мы раньше так же ездили, но сейчас жен стали брать. Ну, любовницы требовать стали больше. Хлеб подорожал. Масло тоже. Икра. Поэтому, ребята, всем на 8 марта берем жен с собой на рыбалочку. Масло. А сегодня банька будет. Сейчас еще шашлычки пожарим. В общем, нам сказали, подсказали. Вот, кстати, кучка одна, вторая с рыбкой, третья морозится. Вот полуарбир стоит 2.30 на 2.90. Сказали, что в ней эталон красоты подбора,
подбора всего, что есть. Вот трубу спрятали. Вот, вот она где красота. Смотрите, ребят, две лунки, и больше людям не надо. У людей все красиво, все. Пол, килограмм 25. Пол чистенький, смотрите, коврички, все. Смотри, как у них чисто. Это вы поздно зашли, у нас тут раскладушечка, вот тут вторая, вот тут я сижу, вот она тут сидит. Вот. Короче, красота. Короче, вот. Смотри, как у них чисто. Ковра висели. Мы не успели, не успели вас снять. Теперь... Вы не успели нас снять, да. Вы зачем? Вот из-за стола не встаете. Красота. Теперь такая же палатка. Такая же палатка у Федора Васильевича. Сейчас посмотрим, что у них. У них тоже тут вот. Снег какой-то окровавленный. Такая же палатка, все то же самое. Да. Вот эта вот куча мне больше всего нравится. Вика, посмотри, шампанское. Это вот. Да нету шампанского. Рыбой пахнет. Виски? Давай, тебе перезвоню. Димон, как рыбалка? А как Федя в компаньонах? Еще есть виски? У них вот эти салфеточки слабые. А виски есть еще? Виски есть? Посмотри, они кукурузу едят. Вы на нее рыбачите или едите? Просто кукуруза не осваивает. Федя, покажи, что вы с собой на рыбалку берете. Подожди, открой пакет. Карася покажи. Ой, давай перец давай. Я всем взял. Покажи карася. Пилить, все. На, нет, да нам не надо. Да четыре, на. На две. Четыре, на. Карася копченого, карася, смотри. Они здесь поймали, уже закоптили. У, какой красавчик. Нет, все, мы вот это... Мы сейчас с Шуриком под пивасик. Рыбой. Повертом, что ли? Рыбой. Судак. А, божественно пахнет. Просто. Потому давай, что, Саш... давай, Саня. Ой, слов моих нет. Вот что за китищники сидят? Вы просто не поверите. Кого они взяли на рыбалку? Да кому-то расскажешь. Он хотел тебя взять на рыбалку. Хотел. Покажи на камеру, что ты не хочешь с собой брать. Включай камеру. Блин, что я не взял? Вообще не разговариваешь вообще. В общем, рыбалка это не только когда мы едем за добычей рыбы. Рыбалка это то путешествие, которое позволяет нам... Хорошая рыба клюет. Позволяет нам отдохнуть. О, что у тебя, перед? Рыба это второстепенно. Затраты на рыбалку, ну, намного больше, чем мы бы просто зашли и купили карасика. У нас в красивой бутылке. Вот его пустишь маленько. Нет, тут прям проблема в газе. Кончик. Поставили шашлычочек. Ваньку затопили. Пока греется. Сейчас мяско покушаем, а баня будет готова. Эти курочки здесь где-то. Цыплята. Вот он. Саня, у Сани поклевка лупанула, что-то лупанула. Тащи. Судак. Судак. Ты его душишь. Отвяжи его. Судак. Сейчас, подожди, да, нормальное фото, чтобы рот засунуть. Сань, ну все, хе у тебя будет нормально. Большой? Хе-хе у него будет. Да аккуратнее, чтобы не закровил. Так. Федор Васильевич, вам удобно? Нет. Поднимайте. Ну, там плюет. Домой. Оп. Домой, сказали. Во, там карась. Банька. Малиновый сажай. Оп. Ха-ха-ха!
А что ты, давай эту лопату сохнем. Я накидал. Ну там пол ведра. Чё? Слышь. Не, нормально. Ну поддавай. Да подожди, не поддавай. Я пока набрасываю, чтобы это, вода маленько остыла. Бежит? Бежит вообще. Ну давай. Сейчас подвал открой. Открывай, Валим. Так, давай. Полетела. Полетела, родная. На-на. О. Да там эта фигня, Саня, скинь ее. Там внутри резинка сгорит. Ну. О. О, прям зашло. Чуть-чуть можно. Ай, прям зашло. Так как не пью, я буду дышать. Не-не, сверху сейчас прям зашло. Поднимайся, поднимайся, прям это. Снежочком сразу. Ой. Главное, смотрите за желтым снегом. Поплыл, поплыл. Пловец. Не плывется. Остановился. Красота. Как там? Подлил? Да. В общем, рыбки наловили. Кучку показываешь. В баньке сегодня попарили. Шашлыков поели. Круто время провели. Вот тут кучка вообще серьезная. Прям во. Карасиков. Шикарный. Красота. Рыбу воруют. Андрюха! Пойдем в баню. И мы перешли в караоке. И только ей доверяю я. Как бы грустно это не было, каждая рыбалка приходит к своему завершению. Поэтому собираемся. О, шикарно. Ну вот, 5 минут и загрузились. 3 снегохода упаковались. Нет, там мягко у них сейчас будет. Ну как, Саня, как рыбалка? Лучше всего? Да. Это была лучшая твоя рыбалка? Вообще, просто. Это наилучшая. Саня, а твои впечатления, ну-ка скажи. Нормально. Нормальная рыбалка. Нормально? Все, да. Что... Никто не мешал. Никто не мешал. Так, а мы же мужским коллективом ездим, нам кто будет мешать? Твои по? Конечно. Кто нам может мешать? Мишаня, как рыбалка? Бомба. Что, девчонок еще берем на рыбалку, Мишаня? А? Загрузили газелечку. Федор Васильевич, как рыбалка? Отлично. Шикарно? Шикарно. Димо! Все хорошо? Берите газель. Это. В следующий раз нужно газель покупать 6,5 метров. Что, вещи не все уже влачат. Ну зато реклама, Федя, на рыбалке. Мебель Финн, ты понимаешь? Короче, все довольны. Все прекрасно получилось. Без прицепа ездить на рыбалку вообще здорово. Когда в газельку загрузил все, по месту вообще не переживаешь. Все, и полетел. Короче, красота. Погода сегодня вообще шикарная. Плюс 8, снежок пошел утром. В палатке 30 с чем-то градусов было жары. Короче, кайфанули. Первый день было 32 доходило ночью.
ничего, не замерзли. Отбрал второй теплообменник на замену.